Могилевская мастачка Светлана Строгина запрошает горожан у привабное сузиральное подороже у просторы и часе. Заснежные стежки Могилева плавно приводят до заснеженной китайской Венеции. И это не парадокс, а творчий выник поездки у Поднебесную. А коли еще конкретней, это третья персональная выстава мастачки, мастерствознавцы и педагога Светланы Строгиной. Но главное, что мне хотелось передать, это свое восприятие этого мира, такую созерцательность, то, что характерно вообще для этого народа и для этого искусства. Ну и еще одна очень важная вещь, то, что, наверное, в Китае это первая страна, где художника сразу поставили на очень высокую планку и сказали, что да, это не ремесленник, это творец. Подороже у просторы и часе – это экспозиция мастацких творов, что народились после вандровки у Китай, и у приватности у провинцию Суджоу, что вядома своими старожитными жилыми домами на воде. Это место еще Марко Поло в 13 веке назвал китайской Венецией. Ну, удивительная архитектура, прежде всего, которая хранит аутентику и древность этого замечательного народа. И вся атмосфера вокруг, вот она так ощущение, что время не коснулось вообще никак этого места. И, конечно, вот это меня поразило больше всего. Компактная выстава гармонично уписалась у интерьер библиотечного отдела мастерства. Усе работы выкананы пастелью. Яны на диво камерные, лиричные и теплые. Гэткая добрыня и просветленная энергетика надто импетна глядачам. Самое главное, что есть в работах этой выставки, это удивительная их созерцательность. Они буквально притягивают, и хочется смотреть. Они втягивают в глубину своего внутреннего пространства, в котором отразился тонкий мир самой художницы. И вот этот нежнейший колорит, он сообщает то или иное настроение о работе. Своему майстерству Светлана научилась у Могилевской мастацкой школе номер 2. Затем скончила Бобруйскую мастацкую вучильню. Позней – Витебский мастграф, а еще позней – аспирантуру Белорусской державной академии мастацтваў. Сегодня могилевцы ведают Светлану еще как педагога и наместника директора по науковой работе у музея имя Масленникова. Шматликие экспозиции, выставы, пленеры и импрезы, науково-осветницкая деятельность, а так само формирование фондов. Это все отбывается у музея, дякуючи намаганиям Светланы Строгиной. Все лето она отмечает отметную дату – 20-годие працы у музея имя Масленникова. Цудовную, пригожую и талиновитую Светлану мы щиро віншуем. А могилевцам пропонуем зазирнуть у выставочную залу областной библиотеки. Выстава протягнется до 28 лютого.